Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, а это внезапно «Привет, сосед 2». «Привет, сосед 2», вторая часть, первая альфа, вон там в окошечке кто-то прыгает, кто-то скачет, непонятно кто это. Внезапно на почту мне пришло письмо, я такой, в смысле, чё, какая опять пародия какая-то или опять мультиплеер какой-нибудь непонятный? Нет, короче, вторая полноценная часть, но в ранней альфа-версии с непонятным вороном вместо соседа. Давайте посмотрим, как оно будет. Первая часть «Привет, сосед», это тоже выходила через кучу альф, через кучу бет. Добралась каким-то образом до релиза, соответственно, было полное прохождение. Прошли, смогли. Это, собственно, он, вот сосед из первой части. Это он. Его заперли в сарай. Окей, графика пока что ничем не отличается. Кто это? Кто такой? Насколько я помню, в конце первой части с ним случилось что-то грустное, что ли? Мы что-то так, это прям так было грустня. Так, ключ спалили, я так понял. То ли он что-то куда-то там, то ли или мы узнали его настоящую историю. Что для чего, почему, зачем. Так, я вообще кто вообще? Куда, это как вообще? Что делать-то? Так, это бинокль, хорошо. Это Ага, это бинокль, это выкинуть. Вспоминаем управление. Е подобрать, предметы менять нельзя. По-моему, по одному предмету в руке, насколько я помню. Наверное, так оно и есть. Это выживалка какая-то? Это открытый мир? Что вообще происходит? Пока могу бегать, пока могу прыгать, могу кинуть, кидать уже не буду бинокль. Так, подожди, здесь кто-то бегал, потому что. Че это? Че это такое? Ты кто? Ничего не понял. Че сейчас было-то? Что происходит? Это точно официальная игра, нет? Это... Хуетагать, нет? Но это вроде как тело от старого соседа. А, у меня выкинул за границей, все, я понял. А, так это его дом. Все, теперь я примерно понимать начинаю. То есть это его дом, это граница его дома. Он у себя там запер нашего старого соседа и, наверное, над ним издевается. Что-то вроде того. Ясно, сейчас я немножко определюсь с его территорией. Скорее всего, она за вот этой вот... Нет, подожди, это не она. Наверное, его территория вот этим забором огороженная, потому что я приехал вот на это... А где мой бинокль, кстати? Выкинули? Я приехал на этой машине. Это что такое? А, камеру я не развесил. Хорошо, допустим, брошу пока. Это типа камера, допустим. И как ее вешать? Ее можно куда-то пришпандорить? Приебенить, приклеить? Ага, ясно, окей. Ясно. Так, хорошо, ну вот, собственно, я вижу его забор. Я вижу его забор, уже хорошо. То есть, по идее, там, где он бегает, мне лучше там не ходить. Ясно. Сейчас повешу камеру. Возможно, что-то смогу... У меня почему-то только одна камера, а там вроде как несколько можно было выбирать. Ну, давайте, допустим. Давайте, допустим, пролезем к нему как-то в дом, повесим к нему камеру. Можно как-то сделать или нет? Так, это нужно мне монтировочку, я понял. Ну, пока все, в принципе, то же самое, разве что дом совершенно другой, локация непонятная абсолютно. Так, сломанная лестница, отлично. Ага. Тихо, нахуй. Да, окей, все. Определился с его границами дома, это самое главное. Теперь я хотя бы понимаю, где меня выебут. Ясно. А куда он шел-то? Я не понимаю, кто это, но это какая-то ворона 100%. Возможно, это сосед в маске, чтобы я его типа не узнал. Ну давайте А, подожди, я могу перелазить теперь, хорошо. Давайте повесим камеру хотя бы сюда, что ли. Я могу ее управлять как-то, нет? Она типа повесилась только в какую-то другую сторону, совершенно не нужно. Он ее заметит, он ее увидит, наверное, он ее выкинет. Это 100%. Здесь, кстати, несколько домов, где вообще мой? Так, ну-ка. А, да, я могу ее управлять, окей. Я могу переключать их? Мне пока только одна. Как выйти? Хорошо, понял. А, так она вон даже как работает. Ни хрена себе, вот эта камера. То есть до этого он за мной следил, теперь я за ним слежу. Хорошо, понял. Хорошо, понял. Так, бросить. Бросить, пойдем, посмотрим, что... Ёпта, что такое? О, бинокль. Дай сюда. Ага. Ну, камеру я повесил, ничего страшного не произошло. Он ее, типа, не выкидывает. Стоит пробраться к нему как-нибудь, наверное, в дом? И повесить камеру в доме было бы логичнее, последили бы за ним.
Да, наверное, так и сделаем. Давайте как-то просто успеем забежать и повесим камеру. Я не думаю, что у него прям сильно так выкидывает. Он же ее прям ненавидит он ее прям сильно. Где он? По звуку вообще непонятно, на каком этаже находится. Вообще непонятно. Дай сюда. Вот так, заебись. Вот так нормально. Так, все, теперь мы хотя бы можем за ним следить спокойно. Давайте последим. Давайте последим, дай сюда. Дай сюда, посмотрю, да. Ага. Так, допустим, у нас есть беговая дорожка и охуительная возможность рассмотреть его дом изнутри. Так, спокойно, не то. Дай посмотрю. Ага. Как там прибавлялось-то? У камеры очень ебически огромный зум. Так, 100% батарейка, она вообще уже не тратится. То есть на первом этаже его пока что нет. Я могу спокойно зайти на первый этаж и осмотреться здесь внутри. Скорее всего, он где-то... Ну, окей, давайте сделаем так. Скорее всего, он где-то на втором. Я не буду брать с собой эту приблуду, потому что это печально. Она будет очень сильно мешать, и в самый неподходящий момент, скорее всего, я ее применю. Звук непонятный. То есть он ходит где-то здесь, а на каком этаже не ясно совершенно. Кругом какие-то, блядь, непонятные дорожки беговые. А, блядь, застрял. Тихо. Аккуратно, спокойно. Тихо, все. Так, что с моей камерой? Надеюсь, он ее не выкинет. Потому что если он выкинет, будет печально. Дай сюда. Нет, не выкинул. И где он? Мне бы как бы несколько камер бы повесить. Вот, реально, вторая часть. Косяк со звуком, пиздец. Вообще нет ощущения первого этажа, второго этажа, третьего этажа, любого этажа. Такое чувство, что он просто где-то рядом с тобой, а он не рядом с тобой. Сейчас бы фонарик. Я какой-то маленький, блядь, что-то вообще неясное происходит. Машина еще одна. Это, скорее всего, целый город. Здесь он за мной не бегает. Я могу просто взять коробки и все. Они не открываются нихуя. Эту первую альфу вообще можно пройти? Мне явно нужно попасть к нему в дом, определить количество загадок, а потом понять, как их решать. Других вариантов здесь особо нет. Шастать по домам, давайте пошастать. Возможно, здесь мы где-нибудь... Так, сесть на контрол, окей. Возможно, здесь мы где-нибудь что-нибудь сможем найти. Ту же, например, монтировку, тот же гвоздодер, чтобы выдрать у него доски. Это просто какая-то хуйня ненужная, да? Ну, уже хотя бы понятно, что происходит, а куда идти. Идти нужно явно в его дом, следить за ним, что там происходит, что зачем, что куда. Может, тут какие-то NPC должны быть? Что это, блядь? Да дай залезу-то. Так, мне кажется, здесь все-таки кто-то должен быть. Он научился лазить через забор, но как-то очень странно. Типа есть анимация перелазивания, но она какая-то очень не очень. Это, скорее всего, будет общая карта, на которой будет что-то расположено. Возможно, много чего. Возможно, реально будут какие-то соседи. Заставки никакой не было, заставки никакой нет, ничего нет. Это заправка. Но она, по сути, бесполезна, потому что машины у нас нет. Возможно, нам... Возможно, нам понадобится бензин для чего-нибудь. Я не понимаю, что, с чем можно взаимодействовать, а с чем нет. Это ты гремишь? Нет, что-то здесь гремит. Внутри там что-то есть? Они заперли специально, скорее всего, все, куда нельзя попасть. Возможно, для чего-то это будет нужно, но для чего мы явно сегодня не узнаем. Пока что это все весьма мертво, если что. Как по мне, типа, бегает сосед непонятный. И что с ним делать, тоже не ясно. Но там был наш старый сосед. Давайте, короче, по округе прогуляемся, посмотрим, что где, что зачем, что почему. Предположим, построим, блядь, теории, заговор, вся хуйня. Попробуем себе разъяснить, что для чего и что зачем. Здесь какие-то отдыхающие должны быть. Ну, судя по карте, здесь, по идее, должен быть народ. Но, скорее всего, его здесь не будет. А может быть, будет какие-нибудь NPC. Они будут давать там какие-нибудь квесты, или какие-то, типа, смена дня и ночи сейчас идет. Какие-нибудь NPC, какие-нибудь задачки, какие-нибудь загадки, какие-нибудь квестики.
Возможно, мы будем от них узнавать что-то, что поможет нам с тем соседом, поможет с ним разобраться, определить, что за хуй, зачем приехал, откуда взялся, что он от нас хочет. Может быть, он вселенское зло, может быть, он хочет всех нас убить. Чё, блядь, такой маленький-то? Пиздец, бегаешь за какого-то прям этого, я не знаю, как 20 сантиметров ростом. Нормально не в дома зайти, блядь, не в окна посмотреть. Чё за херота? А, ну охуенно, как я отсюда выйду тебе? А, спасибо. Самый маленький заборчик это для меня. Так, ладно, в принципе, карту осмотрели. Толку никакого. Единственное, что сейчас начинается реально ночь, и становится хуёво всё видно. Зайти в дома можно каким-то, наверное, образом, но это бессмысленно, это бесполезно. Можно, по идее, сбегать за конец карты. Может быть, там что-то найдем. Но здесь просто что-то пораскидно, просто такое чувство, текстурки, которые... Чтобы были. Чтобы стояли, чтобы не было так пустынно. Есть конец карты здесь? Возможно, нам перегородят выход. Так, еще какой-то дом. Какой-то целый лесной массив. Нет, ну знаешь, если это будет то же самое, что было в первой части, то это будет, конечно же, уже скучно. Нужно что-то добавлять, нужно чем-то разбавлять. Нужно что-то новое. Нужно что-то интересное, я не знаю, ну серьезно. Можно было бы добавить каких-нибудь людей для диалогов, чтобы они нам что-нибудь рассказывали. Объясняли, там, помогали каким-то образом. А чё нет, а чё не добавить-то? В чем проблема-то? Игру же уже сделали кооперативной там в каком-то выпуске. Или это отдельная игра была? Ну, типа, сделали, почему не сделать NPC? Компьютеризированных, роботизированных торговцев вот этих всех. Окей. Все пусто. Куча зданий, все здания пустые. Так, чуть не помер, нахуй. Вагонетка, окей. О, пизда. О, пизда! О, пизда! Нормально. Мягко. Не советую повторять ни в коем случае, запрещаю повторять вообще ни разу. Это делать не нужно. Короче, пока что все. Пока что пустая локация. Нихера здесь нет. Какая-то вагонетка. Типа, знаешь, конечно, прикольно, что они сразу все это поставили. Но мне кажется, было бы лучше, если бы они все это добавляли поочередно. То есть сделали бы сейчас пустую карту, поставили внутрь этот дом соседский. И идите, говорит, с ним что-нибудь там вытворяйте. Хорошо, окей, пойдем что-нибудь вытворять. Пойдем что-нибудь попробуем. Так, он застрял. А что? Музыка прикольная. Музыка прикольная, напоминает какие-то, знаешь, странные дела, что ли, как там этот сериал-то, блядь, скучнейший, непонятный. Там тоже что-то типа такого было. И хуй ты меня агришь, ну, допустим, я ушел, и что надо? Да-да-да-да, иди ты нахуй, слышишь, что я? Иди нахуй, я сказал тебе. Еще бы сейчас на моей территории ты меня выебывался. О, велик. Я приехал сюда зачем вообще? Никакой цели там ничего... Вот, сосед наш, окей. Никакой цели, никакого смысла нам не сказали, не объяснили. Мы приехали, возможно, мы... Играем за чувака из прошлой части. И чувак из прошлой части. Так, они меняются как-то, нет? А как менять-то? А, на правую... Подожди-ка, секунду. Блядь, где этот ёбаный? Вот он. Подожди, я его взял. А как они меняются? Один, два, три. Мышка не работает. Правой кнопкой я выкидываю. Раньше, по-моему, на F1. Я не понимаю, как меняются предметы. Че, блядь? Ладно, окей. Но предметы, типа, не хотят меняться. У камеры есть звук, это хорошо. То есть он где-то вверху. Нам сейчас, вообще, блядь, срач какой-то вообще непонятный. Что за хуйня происходит? Почему здесь вот так разъебано? Ну, на соседский дом на прошлое это, по-моему, не похоже. Может, у меня, блядь, кнопки не работают 1, 2, 3, но у меня, типа, камеры, ладно, не переключаются. Что делать с предметами? Ладно, полежи здесь. Пойдемте понаблюдаем. Может, что увидим. Я просто не вижу пока что ни одной загадки, которую нужно разгадывать. Так, подожди, у меня бинокль ты выкинь сейчас, ведь. Если у меня возьмет за шкирку и швырнет, то у меня улетит бинокль. Иди, погоди, здесь полежи. Давайте разведку боем, нахуй, проведем. Просто зайдем и будем от него бегать. Ага, идет, идет, окей. Он что-то таскает туда-сюда. Что он, блядь, делает? И чё, блядь, тебе надо? Он меня выкидывает вообще за забор железный. Так это ж не твоя территория, хуила. Это же общая. Это же уличный массив. Ты чё, охренел?
Так, ему можно позвонить? Нельзя. Да прекрати, блядь, застрял в какой-то хуйне. Он такой сильный, ебануться. Ты куда? Ну, допустим. Вот какая-то лампочка говорит, там что-то забито, там есть какая-то дверь. Да что ты меня доебался-то? Я же на территории-то свободной хожу, понимаешь? Ты что-то ты меня нагришь, сука. Ладно, пойдемте сзади походим. Тут у нас что? Мне бы на самом деле фонарик и научиться... Подожди, сеттинги, контроли. А, охуенно. Сенситивити и инвертирование. Графика, меню 1, меню 2. Нахуй мне хотя бы одно, где кнопки написаны. Да что ж ты доебался-то до меня, слышишь, клевастый? Что ж ты пристал-то ко мне, клюв-то ебаный? Что ж ты доебался до меня? Отстань от меня, слышишь ты? Да, блядь, что? 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 Иди ты нахер! Все, я ушел, на, отъебись! Какой неадекватный человек, блядь. Ты уйдешь когда-нибудь в дом или нет? Че, блядь, туда-сюда ходит? Что тебе, залупка, блядь, объясни. Что тебе от меня нужно? Просто подбегает, тычет мне в лицо и выкидывает. Почему он так агрится, если я не нахожусь на его территории? Он что, охуевший совсем? Это что? Телефон, блядь. Так, пойдем в его гараж, может быть, сходим. Еще какое-то непонятное место, непонятно для чего. Ну, пока на самом деле бред какой-то. Либо я не понимаю, что делать, либо, ну, как-то совершенно все тускло и пусто. Нам показали альфу, в которой сосед может ходить. Хорошо. Просто, блядь, прекрасно. Замечательно, идеально, охуенно. Ой, тихо, тихо, аккуратно. Тихо, аккуратно вылези. Ладно, пойдем сюда. Ты что такое? Это не работает. Просто стоит, блядь, туалет, не работает. Есть лестница наверх, но не хватает ручек для нее. А! О, как можно. Хорошо. Можно прятаться в мусорных бачках. Так, это тоже его территория? Где он? Ибо бежит. Ух, нихуя тут приколов. Так, это не его территория? Темно стало. Секунду, есть тут настройка яркости? Тут можно сохраняться по какой-то хуй. Давай сохранюсь. Ну, чтобы, типа, просто был... Это что такое? Ой, блядь. Плохо, что потемнело. Стало реально как-то некрасиво. Ни фонаря, ничего. И светлеть вроде как ничего не собирается. Здесь вообще ничего нет. Просто какая-то, блядь, навозная яма с говном непонятно чем. Пойдемте обратно к соседу. Я потоптался по говну, пойдемте обратно к нему. Загадок-то реально никаких нет, замков никаких нет, открыть их нельзя, ничего нельзя. Так, это что, душ? Не крутится? Я навожу, нажимаю Е, левую кнопку, не крутится. Ну что, блядь, из сковородки моется? Сука, из сковородки моется, прикинь. Здесь тоже ничего нет. Блядь, конвейер непонятный, для чего, хуй его знает. Стулья, картины, все это можно брать, это можно применять, но мне нечем. Но сейчас опять наверху, судя по всему. Вопрос о том, палит ли он меня, если я сижу за предметами. Потому что тот, по-моему, сосед палил только так. Ой, кстати, посветлело. Какие-то записки, блядь, чья-то семья? Девка с фингалом, блядь. Какой-то хуй похожий на соседа. Мне бы на второй этаж попасть. Посмотреть, что там. Что? 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 Не понял? Что за звук? Это меня кто-то палит или что? Так, ну он меня не видел, уже хорошо.
Может, эта камера так реагирует на него? Нет, ну, тело модельки, он похож на старого соседа. Может быть, просто надел капюшон? Просто вроде как и перчатки, и... Ну, вообще, он очень сильно похож. Уходи нахуй отсюда. Я хочу пройти на второй этаж, посмотреть, что там. А он стоит, короче, и клювом щелкает. Блядь, и ничего, иди отсюда нахуй. Опа. Возможно, он пытается вынести из дома мусор. Как вариант. Подожди, он завис? Ему не хватает интеллекта или что? Блядь, но он уходить не хочет. Это плохо. И как мне его отсюда прогнать? Если я встану, побегу, он меня спалит. То есть он реально тупится, он будет стоять здесь. Я уже, блядь, мизинец устал контрол держать. Мне кажется, я потихоньку выплываю отсюда. Все как-то правее, правее, блядь, по волнам ебеню. Уйди на улицу, пожалуйста, иди подыши свежим воздухом, ты заебал. Как бы он меня сейчас просто схватит и утащит. Все, он понес мусор на улицу, по ходу дела. Нет, бля, он понес мусор наверх. Зачем тебе мусор-то наверху, сосед? Окей, ладно, хуй с ним. Да, блядь. Спрятался. Он на лестнице только что встал. Он завис. Так, это что за проход? Заперся! Серьезно? Че, охуел? Не понял. А как он заперся-то? А-а-а! Бля, ну ебаторика пока знатная, конечно. Совершенно невнятная, абсолютно непонятная. Какая-то хуета происходит. Это, блять, какое. Ведь от него даже не убежишь. Я не знаю, но пока что хуйня полнейшая. Пока я не вижу совершенно никакой цели. Он типа заперся там наверху, и что дальше? Он, скорее всего, наверху запирается, и я не мог к нему попасть, потому что он там типа... Так, ладно, пошел нахуй. Да хвост, конечно, давай быстрее ты будешь передвигаться. Сейчас, короче, просто без него побежим. Сейчас там должно быть открыто, по идее. Ты куда мне? Спасибо. Так, все, сейчас делаем красиво. Сейчас делаем красиво. Сейчас он уходит вправо, я бегу наверх. Не, бля, он вправо не уходит вообще. Ты че, дурак? Залуебал меня мусором. Да хватит мне выкидывать-то, ну. Бляха, что за говно? Как? Что? Нихуя себе! Ебать, я гимнаст, в смысле? Как я это сделал? Как, блядь? Как я это сделал? Что за бред? Ну ладно. Заперто, открыто, досками закрыто, хорошо. Это что такое? А, подожди, он мусор сжигает, но это ладно, не страшно. Что? Я сейчас спрятался? Судя по всему, да, судя по всему, я зашторенный стою. Так, он вышел на улицу, хорошо. Открыто, отлично. Чё-то, блядь, вообще куда, чего, зачем? О, еще одна камера, хорошо. Блять, как далеко она улетела. Так, ладно, я ее, по-моему, не заберу больше. За тот забор, если я ей попаду, то непонятно как. Так, это я там же, хорошо. За каждой шториной...
За каждой шториной, по идее, можно спрятаться. Хорошо. Тут заперто. Так, нужен пароль, хорошо. Здесь нужен пароль какой-то неясный. Ну, давай попробуем. Один. 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 Не подходит, ладно. 4 единички не подходит. Какой пароль здесь может быть? Хотя бы пробрались наверх, уже хорошо. Какой-то капкан нарисован. Может быть, смысл здесь... Так, это дверь. Может быть, смысл в том, чтобы камеры собрать? Это не поедет. Хорошо, я понял. Опа, блядь. Ай, горячо, серьезно? Перчатки нужны? Допустим, ключ к желтой двери. А где у нас желтая дверь? Так, мне сейчас что-то палит, да? Желтая дверь — это что? Вот желтая дверь. Но я открыл ее без ключа. Нахуй мне тогда она сдался. Ну, здесь как бы нихуя нет. Нет, ну, скорее всего, ключ от желтой двери — это вот от этой двери, потому что она желтая, у нее нарисовано прям так очертание скважины замочной. Что, кто меня палит-то все заебал? Тут есть... А, подожди, тут есть третий этаж. Но сюда не подходит. То есть, о, подожди, он же кого-то куда-то прятал. Так, это палить, чтобы он снизу не спалиться, не умереть. Хорошо. Ну, как бы больше вариантов здесь немного. Попробуем залезть здесь куда-нибудь. Давайте попробуем, хорошо. Он за какие-то поверхности цепляется, а за... Не падай, пожалуйста. О, окей. Но это, скорее всего, все забаговано. А, подожди, вот здесь же был какой-то проход. Тихо. Так, это что такое? Непонятно, что я взял, но что-то взял. Это какая-то веревка для чего-то. Возможно, для подключения или для включения, для электричества. Так тут третьего этажа-то нет, что ли? У него была какая-то дверь нарисована, а вот как раз-таки под этой балкой. Вот где я сейчас взял этот шнурок, там было что-то нарисовано. Может быть, ключ оттуда? Так, ну-ка, спокойно. Не падай, пожалуйста, спасибо. Окей. Вон же. Но здесь нужна еще и монтировка, судя по всему. Сюда я уже не залезу. Так, ладно, что же я шнур там взял? Спокойно. Опа, меня здесь и не было как будто. Так, ну ладно, забраться к нему, в принципе, можно каким-то образом вон там. Мне кажется, это баг, это неправильно. Ну не надо, не надо, не надо. Что это такое? Это, короче, удлинитель для розетки. Это 100%. Потому что, вот, видишь, вилка здесь, а здесь розетка. То есть что-то куда-то нужно... Куда я ключ-то выкинул? Блять, куда я ключ-то выкинул? Здрасте, приехали. Куда я, блядь, выкинул ключ? Так, во-первых, я выкинул камеру. Про нее тоже нужно не забывать. Ага, и скорее всего, я больше не залезу. Заебись. Самое подходящее место, чтобы выкинуть было камеру. Самое подходящее классное место. За забор. За забор, в который я смогу попасть. Идеально. Ну-ка. Да, да. А чё бы нет? А чё бы, может, перелезешь? А, нихуя ты паркур, ясно. Так, ясно, он перелез. Еще одна камера, хорошо. Но для чего она мне? Бля, здесь появился паркур, это хорошо. Да что ты доебался до меня, что пристал-то? Так, ну-ка, спокойно. Возможно, он забрал ключ, потому что он сюда подбежал. Типа, возможно, ключ пролетел сквозь текстуру, и он его забрал. Вот желтый замок, хорошо. Желтый замок, но чтобы туда забраться, мне нужна лестница. Как минимум.
лестница и монтировка, которые где-то нужно подобрать. Где, неясно, для чего, непонятно. Ладно, это все мое барахлишко. Ключ я, походу, проебал. Если ключ я проебал, то если он его забрал, то он обратно положил его туда к себе, в этот, в котел. Потому что когда я ключ выкинул, сюда подбегал зачем-то, не знаю. Че, блядь, за трэш. Ладно. Возможно, где-то здесь в мусоре валяется монтировка, чего бы нет. Так, как я залез вообще туда? Ну-ка, секунду. Я как-то сначала залез сюда, потом сюда. Так это вообще не сложно. Окей, это вообще не сложно. Это замотано. Здесь его, походу, нет, потому что решетка перекрыта. Он, скорее всего, или, подожди, или наоборот. Так, ну-ка, по... Ебать! О, блядь! Сука! Нихуя ты, скример, слышь? Блядь, он ж упал, нахуй, со страха сам. Ебать, он левитирует. Ты дурачок, что ли, бля? Иди отсюда нахер, я ключ посмотрю. Иди отсюда. Ага, ага. Ага, все, все понятно. Ясно, окей. Ясно, хорошо, хорошо, без проблем. Без багов нынче никуда. Еще разочек повторяем. Маневр охуенный, подтягиваюсь, допустим. Раз. Хорошо, я уже здесь. Внедри. Так, пойдем просто посмотрим на ключ. Да, он его спиздил, ну хорошо, ладно. Если что, я сейчас за шториной. Он поджигает мусор, чтобы мусор горел и постоянно накалял ключ. Вот, походу, его температура. А, вот сюда, скорее всего, нужно вставить розетку. Сюда вставить, наверное, и куда-то ее вывести, чтобы что-то к ней подключить и что-то после этого получить. Так что-то работает, или что? Ну, ключ я сейчас взять не могу. Я не понимаю, когда он остыло, но, типа, скорее всего, он как-то остывает. Может быть, как раз-таки и нужно подключить сюда энергию, чтобы она израсходовалась по-быстренькому, и это все потухло. Да я тебе, твою мать, камерой мне въебал, серьезно. Он нашел мою камеру, кинул в меня ее. Возможно, он себе ее вернул. Опять баг какой-то мне просто не выкинул. Это что такое? Это будильник. Будильник мне не нужен. Так, ладно, все ясно. Все с этой игрой ясно, все с ней понятно. Хуйня, короче, какая пока что непонятная. Очень криво, очень сыро, очень как-то все это странно сделано. Оно типа как-то работает, но как-то так. Как-то пока, знаешь, на уровне ранних версий первого. Может быть, у них прикол такой. Может, они так специально делают, чтобы первые версии были какие-то вообще неясные, непонятные. Потом они сделают что-то более-менее проходимое, что-то более-менее находимое. Не знаю, возможно, кто-то и прошел. Кто-то и нашел и монтировку, и лестницу, и ключ я, собственно, находил. Возможно, там кто-то сидит, там кто-то есть. Но как бы это все очень криво и очень непонятно, как и... Я уже сказал и в первых версиях первой игры. Ладненько, оставим это все на потом. Дождемся выхода хотя бы, наверное, какой-нибудь беты, и там уже попробуем разобраться во всем этом всем. Потому что прикол, по опыту первой части, играть в ранние версии до выхода последней, это слишком спойлерно, слишком непонятно, точнее, слишком все понятно становится, находятся какие-то баги, какое-то все вот это вот, и это не очень, на самом деле, прикольно, потому что в полную версию, если бы я поиграл, наверное, это было бы сразу интереснее, чем играть в кучу неполных, а потом сразу в полную все уже практически знать, и все вот это вот, и путаться в предметах, которые... Короче, ладно, давайте это оставим на потом. Будем ждать, когда выйдет. А пока что, ссылка на плейлист «Сталин давай гляшка» будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Смотрите следующий игрушек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.